Я могу повернуть камеру, и она заснимет прям мое падение, возможно, хотя нет. Если я толкнусь сильно, то она заснимет прям, как я упаду и разобьюсь прям. Вот это именно падение. Но где это разрешат показывать? Нигде. Запрещено будет такие видео показывать. Только в Даркнете, что ли. Еще где-нибудь. Идеальный асфальт. Твердый. Наверное, там нету пробоин внутри. Не образовалось еще никаких. Как мне грустно, черт возьми. А если залезть на крышу, то будет выше, повыше еще. Да, в принципе, здесь можно залезть на крышу и спрыгнуть с крыши. Да, скорее всего, я здесь спрыгну. С крыши. Только нужно... Ну, там... Тут, в принципе, ничего не за что даже задеть. Провода два. На крыше много проводов. А так легко оттолкнуться. И умереть. Ай, господи. Я и так уже в аду. Постоянно чувствую скорбь, грусть, тоску и одиночество, печаль. Постоянно. Ни с кем об этом поговорить даже. Зря вы кидали мне деньги, все равно я сдохну. Что? Я передумал с девятиэтажки. Тут можно вот отсюда спрыгнуть. Тут хороший тротуар, и это знакомый дом. Что родное. Привык. Как к тюрьме привыкают, к чему-то родному. Я буду долго, наверное, рисовать этот пейзаж, эту зарисовку. Буду странные конструкции рисовать. Странные конструкции, да. В общем, здесь маленькие люди, здесь больше люди. Обратная перспектива. Это такой мой мир. А может, это просто рекламный этот рыцарь. Просто рекламирует оружие. Вы будете жить дальше. Это просто рекламный такой, типа, реклама.
здесь, короче, разбитый, головой разбитый труп. Изродованная, короче. Блин, получилось, как будто он ссыт на него сверху. А ну-ка. Давай хоть скорость добавлю. Добавляй. Добавляй скорость. Должна быть мельница по праву. Каменное основание. Мне грустно, черт возьми. Мне нужно хоть что-то сделать, чтобы не было, бля, грустно. Не могу это выносить. Могу, конечно. Это бесконечно долго. Я не могу об этом никому рассказать. Своим близким, а друзей у меня нет. А если спрыгнуть с той стороны дома, то можно на эти, на ветви, по ним покалечиться чуть-чуть, приземлиться, может быть, живым останусь.
Может, сначала так сделать, а может, я сильно покалечусь. Зачем вообще это делать? Ужасно грустно. Но я не плачу. Короче, я не буду закрашивать этот башню Ксальдоса, ну вы поняли здесь. Короче, неисправная будет. Мельница. Неисправная. Слазят рабочие. Останавливают ее. Строится мельница только. Только начали строить, будет сказать. Может, принять Ксанакс? У меня немножко осталось. Мне станет чуть полегче, может быть. Немецкий. Надо написать в интернете, что в такое-то, такое-то время я спрыгнул с такого-то, такого-то дома, номер такой-то, с крыши, с фотографией приложу крыши и место, куда я приземлюсь, чтобы снимали. Зачем? Ну, чтобы доказательство было, что это самоубийство, а не убийство. Я даже вижу сейчас. Надеюсь, этой высоты достаточно. Главное, какую-то приспособу приделать тяжелую в голове, чтобы голова разбилась и сердце, или сердце как-то лопнуло при падении. Я вижу, откуда спрыгнуть можно. Можно еще там что-нибудь подложить такое более твердое, не знаю, более крепкое, чем асфальт, не знаю. Отсюда идеально можно спрыгнуть и сдохнуть. Ну, я не призываю никого, это я себя думаю.
Ну, мне квест. Ну, он не помогает. Квест не помогает. Квест Иисуса Христа. Он не помогает мне. Деревья. Зачем они растут? Зачем все это живет? Зачем все это нужно? Скажи, зачем все это нужно? Tell me why. Для чего я вообще родился? Так страдать. Понятно, что другие страдают еще сильнее. Но я тоже присоединюсь к ним в будущем. Короче, долго буду рисовать эту хрень. Хочу вообще рисовать ничего.